У 11 тысяч сельских вучняў праверылі зрок падчас дабрачыннай акцыі «Я бачу» ў Магілёўскай вобласці. Мабільная брыгада афтальмолага абласной дзіцячай бальніцы наведала кожны раён і кожную сельскую школу. Перапынак зрабылі толькі на летнія канікулы. Нарэшце медыкі падвялі вынікі. Красным пачёрта строчка відна? Да. Чытай. Задача было оглядеть детей не выборочно, а у всех одразу. Подчас працы урачи проверили 11 тысяч детей. У вынику патологии органов зроку выявили у кожного четвертого. Сярод захворываний самые распаусюджаные – близорукость, астигматизм и дальнозоркость. Полова сельских детей со сниженной вострынёй зроку мают потребу у окулярах. Были и больше тяжкие выпадки. 44 человеки накировали на лечение у стационары областной больницы. 17 вучням зробили операции. Всем даются рекомендации, всем даются заключения. Все дети с выявленной патологией становятся на учет диспансерный. И в зависимости от патологии, один раз в 3 месяца, раз в полгода или в год должны осматриваться офтальмологом. То есть это все стоит на контроле. У медицинских работников, ФАПов, у районных, центральной районной больницы у нас это на контроле остается.